Наш пресс-центр retail.ru расширяет географию спикеров. Рядом со мной представитель корейской компании. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Стасишина Виктория. Я представляю компанию Sobek Korea. Они производят экстракт из женьшеня, который выращивают как раз на горе Sobek в провинции Кангвондо в Корее. Расскажите, это какой-то особый сорт или там экологически чистое место? Чем отличается именно этот сорт? Они выращивают как раз-таки провинция Кангвондо, известна самыми высокими горами. Туда обычно не ходят туристы, поэтому там все довольно чисто, нету заводов. Выращивают там примерно 6-7 лет, и вот тут представлены именно самый дорогой, 6 лет выращивания и более. Содержит много витаминов и полезен именно как, наверное, больше оздоровительный продукт. Медицинских сертификатов нету, но его часто покупают для поддержания иммунитета. Этот именно покупают, чтобы сделать иммунитет крепче. Скажите, это экстракт, как и нужно его употреблять? Его нужно капать в еду, его нужно капать в напитки? Экстракт вообще для поддержания иммунитета, ну вот этот он, конечно, больше для того, чтобы сделать крепче иммунитет, один стик в день. То есть это прям жидкость, без всего, пьете, утром обычно пьют корейцы, чтобы как раз-таки больше как кофе. Да, он такой горьковатый, поэтому очень хорошо бодрит. Бодрит, замечательно, да. Очень красивая упаковка, скажите, где-то уже можно у нас в России, в Москве купить эту упаковочку и уже стать здоровее? К сожалению, компания еще вот ждет, когда их представят на нашем рынке. В Корее они очень популярны, у них есть свой завод, и давно они уже делают с 97-го года все. В Корее очень известные, продают как раз везде, но пока в России нету. Наверное, как раз из-за цены, но довольно дорого. Спасибо большое, что вы на нашей выставке и показываете этот продукт. И так как, в принципе, все покупатели нынче стали больше следить за своим здоровьем и больше тратить средств на поддержание его, я думаю, что тоже этот премиальный продукт тоже найдет своего покупателя. Спасибо большое за вашу работу и желаем вам удачи на нашей выставке. Спасибо и вам тоже.